Сегодня был такой красивый день и вечер, что мы не удержались, прибежали на набережную. А так как здесь уже тепло, народ весь собрался, все гуляют. Просто вот так вот все классно проводят время. На закат немножко не успели, но солнце сегодня у нас было целый день. Днем была прекрасная погода, почти, наверное, даже плюс 15. Такие перепады сейчас. А волны, только посмотрите на эти невероятно красивые волны. А как мы туда сходим? По камешкам? Я тоже туда хочу сходить. Давай, я тоже сейчас волнышки поснимаю. Ну ты главное. Ну я просто штаны приподниму штаны кверху. Я вот так их приподниму кверху и смогу. Ну нет, я смогу, но я не смогу снимать на телефон. Чего? Сейчас мы еще идем. Ну сейчас мы сходим, да. Потому что там волнышки прям замечательные. Так, а здесь как мы пройдем? Ой, еще снег, смотри. Еще снег лежит. А, вон там по бревнишку можно пройти. Детки. Так, вот пойдем вот там пройдем, смотри. А вот, смотри, вот здесь можно пройти, вот здесь вот воды нету. И вот там вот пройдем. Девушки именно там и шли. Вон по доске. Ну понятно. Тимохи маленький, теплый. Ой, теп. А ты прям здесь хочешь пойти? Так. Ну я тоже прошла. Штаны, наверное, у меня намокнут, но я попробую. Я даже не знаю, как я здесь смогу перейти. Нереально. Я все-таки прошла. Ну, будут мокрые, пофиг. Зато это надо видеть, эти волны. Воды. Красивая вода в апреле. Солнце уже ушло в закат. Вот такая вот водичка. Первые волнишки, я бы сказала. Все, посмотрели на эту красоту. Сделала пару фотографий. Все, пошли на выход. Пойдем по камешкам. А пока-пока по камешкам. А пока-пока по камешкам.
по темным камешкам. Главное не упасть. Я там смотрела. Не, ну, Марк, я сейчас... Вот если так будет, у тебя будет какой-нибудь... Как ты отсюда отлез? Нормально. Нормально. Ну, я не испачкалась особо. Не намочилась все равно. А здесь аж лед еще вот лежит. Сквозь вот эту вот камышовую мишуру лежит лед еще. Ну, это, конечно, не Сестрорецк, но тоже красиво. Вот в Сестрорецке сейчас мечтаем. Но мы туда поедем, наверное, в конце апреля. Смотря какая погода будет. Может, в мае, да. Обязательно скатаемся. Там будет красиво. О, кстати, да, мы, наверное, в мае туда поедем. На автобусе все. Точно. Все, прекрасно. Прогулялись. Всем хорошего вечера. Пока-пока.